В Саранске прошло открытие детской игровой площадки. Примечательно, что государство и жители многоквартирного дома при этом не потратили ни копейки. Финансировал появление качелей и горок депутат Государственного собрания Мордовии Владимир Руженков. Работы по установке конструкций также были оплачены из личных средств. Я считаю, что одно из главных, конечно, для депутата, пусть небольшое дело, не крупный проект, маленький, шаг за шагом, но чтобы избиратели чувствовали работу депутата. Не по встречах, по делам конкретным, и оценивали по результатам деятельности депутата. Конечно, очень важно, чтобы принимать хорошие нормативы, грамотные законопроекты, которые работали на людей. Но сегодня очень важно, чтобы все люди почувствовали не только словами, слова, да, но и дела, и глазами увидели, какие изменения происходят и какую роль здесь играет депутатский корпус.